Разницы в роутерах разных фирм вообще никакой. Вы порой просто платите за лейбу. Весь вопрос в раскрученности бренда. Нераскрученные бюджетные бренды точно такие же внутри, ничего там в конструкции не меняется. Это реально нужно быть рукожопом, чтобы испортить внутреннее исполнение. Оно очень простое. Разве что использовать некачественные электронные компоненты. Но все бюджетные роутеры полностью соответствовать будут вашим требованиям. Но не нужно заходить в магазин и кричать: «Мне нужен только TP-Link, он самый-самый» и тому подобное. Подобное. Он просто раскрученный, всегда на виду и слуху у людей. И все его закупают для продажи, естественно, потому что на них есть спрос, как бы там ни было. Зайди в любой магазин техники, обязательно там будет стоять TP-Link. Из дешевых фирм, которые точно мы опробовали и точно их не стоит бояться, это Mercusys, Netis, Tenda, Edimac. Да я думаю, другие бюджетные бренды не будут ничем отличаться. В среднем бюджетные роутеры могут быть на 30-40% дешевле и ничем не отличаться, и не будут тянуть ваш карман. А если вы уж действительно хотите качественную вещь со всевозможными настройками, роутеры фирмы Cisco и MikroTik. Но для домашних нужд это будет перебор. Но если вы хотите мега качество, у нас в магазине Technic Plus есть и TP-Link, кому угодно именно его брать, а также Mercusys. Под заказ можно привезти что угодно, но мы уже определились, что мы можем предложить, не боясь за качество и гарантию. Спасибо.